А вот и новая локация. Ну что ж, посмотрим, какой тут секрет на ней есть. Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня у нас будет новое приключение в пыльной поездке. И сегодня мастер хвастается своим супероружием. Да, ребята, это миниган. Смотрите, как он классно стреляет. У него 4000 патронов. И они, в принципе, не ограничены. Смотрите. Сейчас Рео мастер стреляет. У него 800 где-то патронов остается. И он кладет его в свой инвентарь. Ну, в свой рюкзачок. Теперь, ребята, берет обратно его из своего рюкзачка и... Смотрите, ребята, он опять полностью с пульками. У него 5000 патронов опять. То есть вы можете его неограниченное количество раз перезаряжать, просто положив его к себе в инвентарь. Ну, естественно, к себе в инвентарь я его положить не могу, к сожалению. Но мастер, когда себе положит, то он его как бы перезаряжает. Это прям очень крутая фича, и поэтому я тоже задумался всерьез о том, покупать или не покупать мне миниган. Ну что, ребята, вот так вот началось наше приключение, но слава богу, мы смогли выровнять машину и поехать дальше. Сейчас мастер показывает, как он проходит 10 километров. Как вы знаете, мы тут всегда очень быстро проезжаем, потому что здесь военные, они стреляют. Но мастер говорит, что нет, теперь он так не проходит. Он берет просто миниган и идет, убивает всех этих военных. Мотивирует это, рассказывает он это из-за того делает, чтобы у него не подстреляли, там, я не знаю, двигатель, лут, который он везет и так далее. Поэтому он зачищает это, так сказать, вручную. Учитывая скорострельность миниганера, то, конечно, тут бедным ребятам с их пуколками здесь просто делать нечего. И, конечно же, мастер легко справляется с этой проблемой. Единственное, что надо потом довольно-таки долго пешочком идти назад. Но, с другой стороны, вы не рискуете, и все у вас остается. Так, ребят, смотрите, что мы нашли. Это сирена. Помните, в прошлом ролике, кто смотрел, ребят, я показывал такие красные штуковины, которые светились. Это была часть от полицейской машины, скажем так. А сейчас вы еще можете к этим штуковинам приделать мигалки. Кто не видел, ребят, посмотрите вот это видео, где я показывал свою новую супертачку. Там я показывал красные мигалки. Теперь вы можете приделать еще вот такую вот штуковину на свою машинку, и будет она у вас не только светиться, но еще и мигать. Что это даст, непонятно, скорее всего ничего, чисто по приколу. Так, ну и давайте отвезем в магазин эту штуку, посмотрим, сколько за нее даст нам торговец. В целом добавили, ребята, много разных вещей, добавили маркер, добавили там, ой-ой, а, боже мой, это мастер там стреляет, я думаю, меня убили. Вот такую штуку, вентилятор, кстати, всего лишь $1 дали за нее, одну крышечку. Этот вентилятор вы можете поставить на машину, зарядить его, чем он там заряжается, маслом или чем он там, или бензином. И он будет крутить, и ваша машина будет ехать. То есть ставите на крышу и, скажем так, делаете парус для своей машины. Ну а сейчас, ребята, мы приезжаем на 20 километров, и здесь теперь у нас уже не пустынный город, а находится радиостанция. У нее есть очень крутое оружие, которое пока никто не получил, но я думаю, со временем получат, потому что, ну, скорее всего, или поймут, как этот секрет делать, либо же просто каким-то багом его смогут забрать. Так, ух ты, автоматик. Кстати, ребята, на этой станции, радиостанции, вы можете еще получить бейдж и прикольный лут. Вот видите, редкий лут попался, мне попался автоматик. Мастер говорит, что ему попала здесь синяя уточка, что очень довольно-таки, скажем, редкое. Что нужно сделать для того, чтобы получить бейдж? Какое-то время здесь просто находиться. Вот, смотрите, ребят. Мне уже попал бейдж после того, как, слышите, начала работать рация, и азбука Морзе передает какой-то сигнал. Кто изучал азбуку Морзе, может попробовать расшифровать этот сигнал, и тогда он сможет забрать гарпун. Да, ребят, тут есть секретное оружие, которое пока, я так понимаю, еще никто не забрал. Давайте дождемся рассвет, наверное, и полезем, посмотрим. Так, ну здесь вроде все. Можно радиатор, конечно, забрать. Он получше, чем у меня сейчас стоит. Больше тут вроде как ничего нету.
О, все, как раз рассвет, прекрасно. Давайте теперь поднимемся на эту вышку и посмотрим, что же там нужно сделать. У меня есть предположение, что вам нужно найти маркер и им написать правильный ответ. Возможно, я ошибаюсь, и какой-то другой вариант. Но сейчас я вам покажу, что тут есть. Так, поднимаемся. Еще выше. И вот здесь, вот смотрите, у нас, ребята, есть, видите, азбука Морзе. Как, типа, ей пользоваться, сам приемник, который нам эту показывает азбуку. И вот здесь вот, видите, вот здесь вот можно писать маркером. Подозреваю, что маркером нужно написать или как бы комбинацию из этих черточек длинных и коротких, либо же какое-то слово, которое оно обозначает. В общем, ребят, кто владеет азбукой Морзе, переведите, пожалуйста, подскажите, что там нужно писать и о чем вам там вообще речь. Тогда, я так понимаю, здесь шкафчик откроется, и вы сможете забрать гарпун. Гарпун для чего нужен? Вы сможете забираться на всякие, я так понимаю, ну, не знаю, горы, еще куда-то, какие-то высокие штуки. И также вы сможете, к примеру, буксировать вашу машинку. Если вы с кем-то поехали, то он может с помощью этой штуковины как-то привязать машину к себе и на ней поехать. В общем, ребят, как это работает, пока непонятно, только вышла обнова и в целом я еще не видел, чтобы ребята ей пользовались. Если я такое увижу, я расскажу, как это пользоваться, как это забрать, ну и, конечно, мы это все потестим. Вот, слышите, опять азбука Морзе идет, звук, и там комбинация какая-то. Мы вот пробовали, видите, как-то может его положить себе, быстренько забрать в инвентарь. Но пока мы не поняли, как его отсюда можно достать. Да, кстати, если вы захотите потом спрыгнуть отсюда, то не переживайте, вы не убьете. Сейчас я это продемонстрирую вам, чтобы вы не переживали. Так, прыгай вот сюда вот можно, и сразу сюда. Видите, все в порядке. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Идем дальше, ребята, и сейчас мы встретили церковь. Мастер сказал, что он сейчас мне покажет, как он быстро убивает вампира. Давайте посмотрим. Так, возьму на всякий случай тоже пистолетик. Так, смотрите, их целых 4 или даже 5 появилось. Они пропали, потом один появился, и он его просто расстрелял. Не понял. Алло, а где кинжал? Что такое? Почему мне так не везет? Кстати, ребят, кто не знал, этот кинжал появляется, если вы убиваете 10 или 12 после этого, ну, вот этих вот чуваков, которые тут лазят, мутантов, то он становится черным, и тогда он уже начинает убивать с первого раза этот кинжал, который вы заберете у дьявола, точнее, у вампира. Так, ну, тут лут какой-то такой себе, ну, мотор, как обычно, тут был, но мы его не брали. Ну и, ребята, вот он уже на 25 километрах, теперь у нас располагаются призраки, которых нужно убить. Я отвлекаю, как вы понимаете, а мастер со своим миниганом их расстреливает. И вы видите, какую мы уже тут накидали кучу просто трупиков. Да, кстати, ребята, давайте еще потестим. Во-первых, смотрите, как я еще придумал, можно делать. Вы можете кидать динамит вот так на максимально. Зажигаете его и кидаете, держите, все, полетел. Если вам повезет, он так нормально, видите, кого-то даже там задамажит. И еще что мы хотим потестить, ребята, это вот этот вот у нас, ну, взрывчатка, скажем так, с детонатором. Сейчас я ее положу куда-нибудь, и когда они будут бежать за мной, я нажму. Главное, они очень быстрые, главное, конечно, вовремя нажать, чтобы себя не убить. Иногда он, видите, вот так вот глючит, куда-то перекидывается, перепрыгивает. Так, ну что, кнопку я уже сейчас нажму. И мы попробуем, как это работает. Давайте подойдем поближе. Сейчас Так, я буду бежать. Как только толпа поравняется с этой штуковиной, я нажму кнопку. Мне надо было еще ближе. Да, вот тут надо было положить. Я немножко далеко. Ну, ладно, нажимаем. Вот так все это происходит. Ничего себе. Один чел даже выжил каким-то чудом, не знаю. Так, ну не очень в плане уничтожения получилось, но в целом штука прикольная. То есть вы можете дистанционно
убивать этих мобов. Ну и давайте смотреть, какие награды мы нашли. Что тут самое редкое? Так, я уже смотрю, что УЗИшка валяется, калаш, куча монеток. Но это немножко не то. Мы бы хотели какие-то рарки, какие-то очень вещи прикольные. О, ребята, смотрите, редкая штука появилась. Это реактивный двигатель. Помните, я вам показывал такой же, только он был как, так сказать, вентилятор сделан. И да, еще к нему должен быть пульт. Вот я его нашел, сейчас вам покажу. Вот такая вот кнопочка. Вот этой кнопочкой вы будете управлять этой ракетой. Как это работает? Вы крепите ракету себе на капот, к примеру, ну или на какую-то другую часть вашей машины. Убираете, вот. И вы как бы едете без бензина. То есть вас несет вот эта штуковина, которая сверху у меня, видите, на крыше. Ну, сейчас у меня на ручнике стоит, чтобы она как бы не уехала. Но, в принципе, я думаю, вы понимаете, да? Нажимаете на кнопочку, она за счет тяги вас везет, и вы уезжаете дальше. Кстати, еще мастер мне показал одну табличку, которая у нас лежит в городе. Если вы зайдете вот в это здание, где у нас таверна или бар, вот здесь вот есть табличка, так что вы можете ее с собой забрать. Написано, что кто-то там приезжал уже сюда, но обещает еще раз вернуться. Я так подозреваю, что это про каких-то пришельцев, скорее всего, идет речь. Ну, короче, у нас уже даже есть подсказочки в виде записочек. Давайте тоже ее продадим. Так, ну что, ребята, одна крышечка, один бакс за эту замечательную, прекрасную табличку. Ну и, как я и говорил, даже если вы с кнопочкой продадите вот эту штуковину, то за нее получите аж один бакс или одну крышечку. Ну что ж, ребят, такие были наши приключения. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставим лайк, подписываемся, кто это еще не сделал. До новой встречи. Всем пока.